Пусть кто-то, услышав, не сдержит насмешки. Рассказ мой для тех, кто устал от тележки. Рассказ для того, кто тележку везет. Пускай же хоть сказки ему повезет. Стих про уставшую лошадь. Однажды я вышел на людную площадь и рядом увидел печальную лошадь. Средь шума и смеха тихая бледна, с букетом фиалок стояла она. И я, поклонившись, шепнул ей: «Простите, ответьте, прошу, а чего вы грустите? Сегодня ведь праздник, а в праздник всегда обида не в чет, и беда не беда». Печальная лошадь, вздохнув, отвечала: «Я нынче впервые на площадь попала. В обычные дни я ее обхожу, до ночи тележку с дровами вожу. Но я вдруг решила не жить из-под палки. Ушла от тележки, купила фиалки и в новом пальто, позабыв про дела, взяла и сегодня на площадь пришла. Мне б очень хотелось дождаться салюта, но только салюта все нет почему-то. Как жаль, ведь пора за тележкой идти. Мне нужно вернуться домой к 9. Не скоро на площадь я выберусь снова. Все буду работать и ждать выходного. И, может быть, снова салют пропущу. Вам ясно теперь, от чего я грущу? Что мог я сказать и что толку в ответе? Раз лошади плохо живется на свете. Хотел я уйти, распрощался, и тут над площадью с грохотом вспыхнул салют. Салют был прекрасен и сказочно ярок. Счастливая лошадь и с ней детвора в восторге кричали: «Салют! Ура!» Пусть кто-то, услышав, не сдержит насмешки. Рассказ мы для тех, кто устал от тележки. Рассказ для того, кто тележку везет. Пускай же хоть сказки ему повезет.